Слушай, у меня для тебя две новости. Плохая и хорошая. Хорошая. Я прошел челлендж. И плохая. То, что челлендж, а точнее видос, который вышел в 3 часа 2 минуты вроде как, не рендерится полностью. Поэтому я его разбил на 3 части. Каждая по часу с небольшим. В общем, приятного тебе аппетита и приятного просмотра. Лабораторию, значит, проходится. Ее можно заспидрануть. Спидрануть ее можно. Но мы, естественно, этого делать не будем. Зачем спидранить то, что нравится? Правильно, правильно. Где-то за час мы ее пройдем. За минут 40, может. Жи-жи. Жи-жи. Нам сразу игра говорит жи-жи. Не-не, нихуя, чувак, нихуя. Значит, мы здесь что-то не забрали. Ну да и хрен с ним, как бы. Ничего страшного. Ничего страшилищного в этом нет. Хотя там были боеприпасы для этой, для электропушки. Но электропушка нам, в принципе, особо как бы и не особо. Правильно? Особо и не особо, Рил. Значит, здесь мы забираем самое важное. Здесь мы забираем еще одно важное дело. Блять. Здесь мы, значит, встречаем от этого хуя. Воу-воу-воу-воу-воу, слышь, хуй. Смердячий. Отдал ножик быстро. Спасибо. Вот говна кусок, а. Оцика говна кусок, а. Чё у нас тут? Конденсатор. Электропуха. И, пожалуйста, второй уровень. Спасибо. Спасибо за второй уровень. Двери сами по себе открываются. Это значит, я Иисус. Иисус. Или, по крайней мере, немножко смахиваю на него. Короче, бах. Значит, электропуха. Бах. Обвиняем бах, хуях, и получается у нас оружие высокого напряжения, применяется на подопытных зверях, долго заряжается, требует ухода, но результат стоит. Стоит точно, точно стоит. Хорошо, ладно. Ладно, ладно, хер с тобой. Так, а порох-то, порох-то где белый? Где белый порох-то? Я же его подобрал? Не, не подобрал. Ну ладно, вот это тогда скинем. Это значит... Скинем пока что. Давай, значит, электропушкой, значит, сейчас хуярить всех, да? Нихера себе ты, посмотри! Такой агрегат на такую славненькую девчонку, как Клэр. Клариска? Ну, я не знаю. Слишком жестко для нее, слишком, ёпта, жестко. Давай, поехали. Значит, сейчас мы будем пытаться расчехлять ребятишек вот этой электропушкой. Не уверен, что у меня получится, но все же. Оно того стоит. Здесь где-то показалось. Стопы. И все? Больше ни хера тут нету? Серьезно? Да ну, лута вообще нету. А, есть, ёпта, ну. Я же тебе говорю, есть, а ты мне не веришь. А ты не ск не веришь. А давай, кстати, тогда получается, сколько у нас тут этого пороха достанем. Достанем. И еще две штуки получается, да? Нет, три. Давай, значит, вот так сделаем. Чего? А. Так. Объединяем вот с этим. И вот так. Объединяем вот с этим. Объединяем вот с этим. И все. И у нас красиво сразу все. Чтобы мы, если что, из пистолета смогли побольше пострелять. Понастреливать, значит, смогли.
Значит, ребятишка держит третий уровень. Так, чувак. Оп! И сразу начало фризить. Воу-воу-воу! Не фриз так сильно-то, ну. Ты все, ты сдох? Надеюсь, да. О! Ты видел, как фризило? Пиздец, да? Но это, опять же, то, что... Нехватка оперативной памяти, ребят. Это нормально. Это вполне хорошо. Так, и, значит, забираем сюда. Чё ты мне пищишь? Чё ты мне пищишь? Чё ты мне пищишь, а? Не надо тут давать раствор. Дай мне, выдай мне, пожалуйста. Спасибо, колбочку мне выдай. Спасибо большое. Большущее тебе, блядь, спасибо. Значит, сейчас наша главная задача. Наша главная задача сейчас проебать вот эту красную траву. Уебать вот этому челику. И смотреть на конвульсии своего монитора, потому что я это иначе не могу назвать. Палочка, две палочки, другая палочка, еще одна палочка. Хорошо, погнали. Опа, блядь, здравствуй. Че, хотел меня наебать, да? Пошел нахуй. Вот эти ребята на харде вроде как хавают изначально, сразу же быстро очень хавают тебя. Очень быстро хавают. Окей. Значит, окей. Окей, let's go. Значит. Не фалос, конечно, но все же. Кстати, пушку я вроде как не смогу скинуть. Ну да ладно. Блин, а мне в любом случае ее придется скинуть сейчас. Пойдем обратно. Я так понимаю, эта пушка... да, она полностью уничтожает этих ушлепков ебаных. Пошел вон. Слышь, ты отошел от меня быстро. Вот и все. Вот и все. Растения на самом деле опасны, еще те придурки. Выкидываем. Выкидываем. Ножичек ставим, значит, да. Ножичек. А я думаю, еще можно ножичек поставить. Давай даже вот сразу. Ебанем-ка мы. Это. И хранить. Еще один, значит, ножичек. Берем. На всякий случай от растений. Пизду. Пизду эту опасность, серьезно. Это может быть очень опасно. Поэтому... Это была хуевая затея. Во-первых, брать саму электропушку. О, oh, нет. No. Ну же. Очень много потратил. Пиздец, серьезно. Да, электропушкой было, конечно, гораздо удобнее это все делать, но она занимала очень много слотов. Поэтому я считаю, что это одна из самых бездарных пушек, которые придумал весь мир, блядь. Вообще. Амбрелла. Амбрелла, дорогая моя амбрелла. Дорогая моя амбрелла. Значит, сюда у нас не хватает шока. Шока, чтобы добраться, да? Вот это хернюшечку берем, забираем и валим отсюда. Просто валим. Больше нам здесь делать нехер. А лутецкий, значит, потом заберем. Нам сейчас главное пробраться вперед. Ребята почти восстали. Это плохо.
Это, сука, очень плохо. Значит так, изучаем, поворачиваем, вот это уже сложнее. Значит, в середине маленькая палочка, тоненькая, дальше толстенькая, и так, хорошо. Значит, погоди, я уже запутался, пиздец. Тоненькая, толстенькая. Ерур, блядь, понятно, да? Ерур, нахуй. А почему ерур? Ну-ка изучаем опять. А, вон там какие палочки-то, ну. И опять ерор. А знаешь почему? Потому что так получилось. Вот так потому что. Опять ерор. Ну охуеть. Значит, вот так. Окей, бать. Окей, let's go. Эти ребусы, конечно, на память это полная хуидристика, я с ними не особо в ладах. Ух, сука, ну этот ребусня вообще пиздец. Так, погоди, нет, вот это значит... Да какой изучать? Это значит надо выбросить вообще. Спасибо. А это надо сюда поставить. Ставим, значит. Engaged. Это хорошо. Ой, погоди. А, хотя стой, чё это я? Давай-ка я попробую вылить сюда вот это дерьмо. Да? Потом вот сюда вот это дерьмо вылим. Так. Что я сейчас сделал, блядь? Ну, пиздец. Ай, ну и дерьмище. Погоди, так, стой, не дай сосредоточиться. Погоди, не тереби меня. Особо сильно. У нас получается фуловая колба. Хорошо. Значит. А в любом случае, нам нужно поместить сюда. А сколько-то? А, нет, стой, погоди. Перемещаем обратно. Меняем это местами. Теперь вот это местами. Заливаем сюда. Бляха, слушай. Чё-то ребус какой-то сложный. Чё-то слышь? Остается ровно. Хорошо. Да, бля, эти ребусы, они не даются мне так хорошо. Изич. Изичайше.
На самом деле я не дурак, я как только увидел, сразу же решил с первой секунды, просто решил над тобой поугарать и потратить твое личное время. Вот и все. А ты что подумал? Тьфу, скажешь тоже, я вообще не могу над тобой. Ладно. Ебать, колотить, нихуя себе. Вот это да. Это, конечно, была не тема. Ну а как по-другому-то? Здорово, пацаны. Как ваша нихуя? Наверное, нихуя, да? Блеха-муха. Бляха-муха, мама у ватрухи. Разойдись, ёпты. Работает папа. Чка. А чё я делаю-то, сука? Мне надо было вниз. Да хорош ты, блядская хуйня. Растение. Наконец-то. Короче, потратил до хера еще делов, до хера делов потратил. Ладно. Наверное, оно требует того. Требует жертв. Значит, сейчас тратим все вот здешнее, чтобы расчехлить ребят. Упадешь сегодня, сука! Мразотница, блядь. Вот именно поэтому я не понимаю, почему... Почему люди проходят игру и не отрубают конечности, а пытаются как-то убить зомби вот таким макаром. Еще не пойму. Объединяем, делаем травку. Вкусную травку. Опа! Че, как я не заметил-то, ну? Хераси. Сколько? Три заряда. Нихуя, блядь. Короче, здесь из вентиляции появляется... Угадай, что... Правильно. Берем сразу вот это. Оу. Ну да, лучше, наверное, вот это брать, нежели что-то другое. Я подумал, у нас есть взрывоопасное вещество, но у нас его нету. И, кстати, там еще есть второй, который прячется в вентиляции. Тоже в вентиляции прячется. Значит, нам нужно вот на эту лесенку. О, вот это я понимаю, с третьего шота минус голова. Это я понимаю, это я... Это вот и бля, я вот прям вообще... Это хорошо. Сейчас будет, кстати, растеница. Моя нелюбимая растеница. Но перед этим будет ёбаная головень снова. Или не будет растения? Что-то я запамятовал, наверное. Значит, не будет, ребят. Наебал. Наебал, ебать. Наебал. Как так? Пошла вон, сучка. Сучка-вонючка, а? Как она себе такое позволяет, ёпта. Опа. Объединяем. А у меня нету места. Места нету. Места нету у меня. Пошла вон. Так, ладно. Открываем. Здесь у нас сейф-зона. В любом случае, рядом. Скидываем все ненужное и берем
Лутецкий там. Это скидываем. Это значит... Да пока что скидываем, что оно нам. Что оно нам действительно? Приелось, что ли? Нет, конечно. Зеленый травинг. Зачем бы ее объединить-то так, а? Зачем бы ее так красиво, такая... прям... Знаешь, с чем ее так бы охуительно дернуть? Наверное, не с чем. Ну да и ладно. Пистолет для пулемета забираем. Пистолета пулемета. Да. Да все, наверное, все остальное нормально. Нам для всего остального хватает. Не туда побежал. Не дергайся, сучка. Хорошо. Ты там где? Блядь! Сучонок, бельчонок, сдохни, сука, падла. Да серьезно, блядь! Как меня эта хуйня бесит! Пошел ты в пизду, слышишь, уёбище. Не, погоди, юзаем, значит, вот эту хуйню. Серьезно, это какая-то залупа. Тупая залупа. Сколько я ему, блядь, в голову стрельнул? Да неважно, хард, изи, блядь. Важно то, что нахуй тут хуёвая идея, блядь, с этими головами, нахуй. Стреляешь ему, блядь, по 150 раз. Там уже мозг, блядь, дох, там его нету, блядь. Что приводит в движение этих зомбаков? Ну это кэпком, хули. Хули тут, реально. Тихо, нахуй, работает спецназ. Не дергайся. Если начну стрелять по этим зомби, то будет все печально, ребят. Мурф, значит, изучаем мурф. Воу-воу-воу-воу, как, вот. О, четко. Замурфично, ёпты. Замурфично. А где у меня открылась-то? А, надо еще серверную взломать, да? Или она открылась? Она должна открыться, наверное. Здравствуй, блядь, я сейчас вот насрал. Немножко в танишке-то. Подгадил я себе, подгадил, значит, подгадил. Нехило вот так. Навалил. Опа. А у нас тут сразу опа нахуй. И нормально. Смотри, как красиво, да? Значит, два высококачественных. А что еще есть у нас? Есть обычный порох. Ну давай два высококачественных ебанем. Объединяем. И объединяем вот с этим. Все, охуенно у нас. У нас теперь все охуетительно. Тут еще что-то есть? Ножик, да ну. Ножик это хорошо. Один ножик я проебал, больше не хочу. Не-не-не. Теперь главное, короче, когда мы восстановили питание, нам главное попасть вот в эту дверь, которая тоже запиталась. Вот. Попадаем сюда, в эту лабораторию, чтобы остудить. Остудить, значит, наше творение. Тебе, деточка, не хватает, что ли, свинца в головешечку-то, а? В твою пустую, блядь. Сразу видно, что у людей пустая голова, там ни хера нету. Вот, пожалуйста, видишь. Когда голова наполняется свинцом, она просто разрывается на клочья. Клочья. Просто кому-то надо больше свинца, а кому-то меньше. Вот и все. Значит, используем. Окей. Пропускаем, это неинтересная заставка была. Значит, освежили мы наш картридж с гербицидом. Тут больше ничего нет, тут что-то есть, нихера себе. Опа, стопы. Ну, это херня на самом деле. Что-то еще есть? Нет, больше нихера нету. Ладно, все, давай на выход. Бляха, знаешь, я переполнен счастьем, то, что наконец-таки я до сюда дошел. Потому что я на хардкоре... ну, не именно хардкоре, на хардкоре я проходил за Леона. А именно ноудев, я до сюда не доходил.
И это меня печалило очень сильно. Опечалило просто пиздец. Вот. И поэтому я сейчас полон уверенности сделать эту игру. Просто, блядь, трахнуть ее и все. Вот. Как она все это время меня трахала. Прям вот ее тоже трахнуть и все. Здорово, герпецидный мальчик. Ну чё, сука, а? Вонючка, бля. Да хватит, хватит мельтешить, ну. Отдай ножик, сука. Пригодится. Блять, здравствуйте. Видимо, она немножко не в себе, она меня вообще не заметила. Ну, бывает чё. Тёлочка на грани срыва. Хули. Все мы люди, все мы такие, наверное. А может быть, нет. А может и, сука, и нет. Действительно. Так, морфяка нам больше не нужна, наверное. Да, нам она больше не нужна. Значит, нам нужна хилка. И, наверное, побольше хилки. Давай еще одну достанем. Ну, все, че. Поехали. Поехали калашматить, хуярить. Значит, здесь главное, чтобы нас не кусанули. Здорово. Здорово, пацаны. О, блядь! Сука, мразь. Падаешь? Не падает. Вот теперь падает. Сука, все тратят мои ножи. Все. Поголовно, блядь. Вот ушлепки. А я этого боюсь. Боюсь я, боюсь его. Просто не могу и все. А просто, сука, не могу и всю, блядь. Выдача раствора. Спасибо. Спасибо. Значит, по фасту пробегаем сюда. Прыгал. Изначально их надо, ребята, расстрелять. Ну, я не уверен, конечно, что оно поможет, прям пиздец. Но все же. Слышь, ты косой дерьмо, ты, блядь, попадешь сегодня, нет? Хорошо. Значит, объединяем. Нет, сука! Пошел вон. Завелись, завелись немножечко. Завелись, блядь! Нихуя дерзкое высказывание, да? Охуел, вонючка. Все нормально, пробежали. Значит, это первый и последний раз такое дерьмо было. Все, нам надо на выход. Где выход? Где выход? Показывай выход. Выкидывать пока что ничего не буду. Патронов кучи просрал. Кучи, просто блю, такие, знаешь, кучи, кучи. Но главное, что мы растения прошли, и растений больше не будет. Дальше будут растения, когда будет перед финальным боссом. Но сейчас будет, главное, еще один босс. И это будет опять пробирыч. И это, кстати, сука, нам не даст ходу. Нормального ходу не даст. Поэтому нам придется сейчас как-нибудь собраться. Собраться и сохраниться, кстати. Прежде всего, сохраниться. Прежде всего. Я уже желаю, чтобы это видео вышло в свет. Значит, это не берем, а вот это мы, конечно же, подбираем. Потому что там кассета была. Мы ее, естественно, не берем. Блеха! А! Ну да, точно. Я же ее не выкинул. Я же ее просто подобрал. И все. Модулятор сигнала. Какой тут... АСС. АСС. Хорошо. АСС. Почему бы и нет? Оп. Стопэ. Все. По-моему, самое легкое, что могло бы было быть. Прям. Хорошо.
Значит так. Ладно, это пока что все оставляем. Тут нечего подобрать, да? Что-то есть. А, это, наверное, кассета. Это кассета, которую... Которая нахрен мне не нужна. Тастапы! Слышь, травень. Травень — это хорошо. Травень — это, блядь, замечательно. Спасибо за дождик. О, спасибо за сушку. Сушка. Сушка — это хорошо. Особенно, когда и после душа вышел, просушился, да, и еще и тебе дали сушку погрызть. Сушка, знаешь, грыз хотя бы раз в своей жизни. Наверное, грыз. Если грыз, то это самое, наверное, лучшее время в твоей жизни, когда ты грызешь сушку. Сушка — это вообще вещь. Сушка — это, блядь, хорошо. Это прям замечательно. А, давай, сохраняемся. Одна, смотри. На всякий случай. О, погоди, перезаписываем вот это теперь. Я тебе говорю, для чего. Этот босс тоже может шотнуть. Вроде как шотнуть может, а может и нет. Если не может шотнуть, значит хуйня. Значит вонючая хуета. Значит просто хуедристик. Серьезно, хуедристик. Порох, значит, есть, да? А есть какой-нибудь другой порох? Нету. Нету еще, прикинь. Нету. Ебать, нету и все. А, ну в принципе мне такой и нужен был порох, кстати. Если уж об этом начинать говорить. Зеленая травка у меня 100% есть. Объединяем. Хорошо. Значит, нож. Нож. Давай нож хуёж уберем. Слепу возьмем. Флешечку, да? У нас здесь есть еще слепа. Блядь, нахуй ты это сделал? Зачем ты это сделал? Зачем ты это сделал, спрошу тебе, блядь. От этого мало толку. Хотя, да нет, давай хранить его, наверное, да, вот так вот. Вот сюда, вот так. Это так, это так. Значит, берем вот это. Берем вот это. Берем вот это. Это выкладываем. Да выкладываем, говорю. Храним, все, вот так. Вот прям как ты сказал, так и сделаем. Боевой нож. Нож боевой. На всякий случай вообще надо достать, наверное. Да, он нам особо-то не понадобится. Если понадобится, то я крикну. Я крикну, если что. Я кричать буду. Бля, буду кричать вообще. Очень сильно кричать. Так, кислотные боеприпасы, значит, достаем. Хорошо. Нам, в принципе, больше ничего не понадобится. Кроме вот этого. Значит, она здесь достает антивирус. Все, именно для этого она сюда и пришла. Здесь больше ничего нету. Как так ничего нету? Нихуя! А где? Как я так пропустил? Борох-то много. Так, а с чем я могу скрестить? Скрестить, нихуя себе сказал. С вот этой, а там будет что, получается? Что это будет? Это же будут пистолетные патроны, да? Пизду. Пизду. Нахуй мне такие забавы. Поехали. Значит, здесь, ребята, сейчас будет файт. Файт не на жизнь, а ну смерть. Просто ну смерть. Пробирыч появляется, ребят. Пробирыч. Воу, ты что делаешь? Появляется Пробирыч. Минус глазик, да, ублюдок? Не надо. Не надо. Не надо так со мной поступать. Хилимся. Не надо! Меняем боеприпасы.
Два патрона. Нормально. Чем стреляться будем, пацаны? Чем будем стреляться? Чем будем удивлять пацана? Хилочками, ну естественно. Чем же еще, блядь? Нахуй я забрал с собой вот эту хуйню? Пиздата. Охуенно. Блядь, еще лучше. А знаете что, ребят? Давайте забудем, что было до этого. А, и значит, загрузим. Загрузим нашу игру. Я говорю уже, этот видос должен, значит, попасть. Хрен с ним будет с сейвами. С сейвами будет на харде. Но главное, no death. Значит, какую я ошибку допустил? Самую главную ошибку. Во-первых, объединяем вот так. Это первая ошибка. Во-вторых, это дерьмище нам не поможет. Хранить и хранить. И пускай там оно и остается. Это забираем. Значит, ножик пока что нам не понадобится. Забираем 3 ручные грены. Забираем 3 световухи. Забираем патроны для пистолета. Забираем вот это. Это пока, погоди, это храним. И значит, где у нас самое главное? GM-800. Значит, наше спасение. Наше спасение близко. ГМ-ка, да? ГМ-ка, хуемка. Охуемка. Чего? А почему? Ладно. Вот, кстати. Кстати, я могу себе еще закинуть, значит, таких, да, кислотных боеприпусеров. Кислотные боеприпусеры вот так вот делаем. Красиво, да, по красоте. Да ты че это задрал ты, ну? Хранить. Где там зеленая травень? Травень где, сука, блядь? Объединяем. Давай, знаешь, что сделаем? Давай достанем вот этот пистолет. 7 штук. Да, нормально. Нормально, нравится. Давай, меняем сразу же. Все, вот теперь я готов. Ребят, я бы сейчас на самом деле не прошел, и вы понимаете, как было бы обидно, что я не пройду. Вот этими боеприпасами нельзя, так скажем, пройти этого босса. Его можно только застопить, застанить, ввести в заблуждение. Вот. Короче, вот. Значит, вот так делаем. Берем вот это и начинаем простреливать, суку. Минус. Хорошо. Оп. Выбираемся отсюда. Значит, берем вот это и начинаем настреливать. Но настреливаем не туда, потому что... Хорошо. Где твои глязеньки? Покажи мне свои глязеньки. Нет. Не надо так делать. Не надо. Погоди. Не торопись. Что? Ах ты, вонючка. Видал, он крутил какую заюзал, а? Да чтоб тебя. Крисмас, что у тебя с прицелом, а? Тебе нельзя в шутеры играть. Вонючка. Thank you.
Давай, 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 быстрее, 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 быстрее! Серьезно? А, не, нормально, нормально, нормально. Получаем вот это. Получаем вот это. Даем ему вот так. Хорошо. Ебать, ну да, акстись ты, ёпта, что ты делаешь? Дурачок, что ли? На, сука. На, еще разочек. Ух, как красиво этот мир, как красив этот мир, посмотри. Чем удивлять будешь, дружок? Это, ребята, минус. Минус босс. Хорошо. Ух. Осталось, в принципе, самое последнее. Самый последний забег, ребята. Сколько я там по времени-то? 2.36. Неплохо. Неплохо держусь. Неплохо. Даже для меня это заебись. Ага. Заебись. Сука. Да, прикинь, вот, кстати, если это видео реально попадет на YouTube, ты прикинь, сколько мне придется его рендерить, блядь. Рендерить это, видимо, самое вообще просто, блядь, большое. Самое большое дело просто, прикинь. Все, хорошо. Значит, все тут, да? Нет, еще что-то есть. А что еще? А, пистолетные патроны. Это самое главное. Здесь сюда. Два по два, ёпта. Нет места больше. А почему? Давай вот за место вот этого. Вот это надо выбросить нахуй, потому что я такую пушечку не люблю. А, собственно. Все? Еще что-то. Флешка. Ха, флешки я люблю. Флешки это хорошо. Флешка это, бля, вообще заебись. 5 флешек, охуеть. Серьезно. Откуда так, ну? Откуда так дохуя-то, ну? Сколько у меня патронов? 72, блядь. Охуеть. Серьезно? Прикинь, у меня 72 патрона. Серьезно? В смысле 72 патрона? 72 патрона? Почему? Откуда 72, блядь? Показывает 72, нихуя себе. А, или может обычный патрон преобразовываются в эти, в такие, мощненькие. Короче, значит, нам тут чего надо? Во-первых, нам нужно зажигательные скинуть полностью, да? Обновить. Наверное, вот этот выкинуть, кислотные взять полностью. Кислотные. Дополнительные мощи. Дополнительная мощь не помешает. Как говорится. Как говорится, не помешает, ёпты. Лечебный спрей, он сколько? Да хуя просто. Просто кучи. Кучи, ебать. Я думаю, даже, может быть, оно мне не понадобится, вот этот пистолет. Да на, ага. Ага, не понадобится, ебать. Конечно, 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 не понадобится. Конечно. Кому ты это говоришь, ёпты? А, ладно, давай вот это хранить, значит. Кислотные путроны, да? Путроны кислотные. А чё я туплю? Мне все равно придется там решаться. Выкидывать вот эту херню придется и так далее. Наверное, да?
Наверное, вот так как-то. Ладно, хрен с ним. Поехали. Ну чё ж, бля. Блёха-муха. Нормально, да? Так, мне значит, что туда? North Area. Или, стой, или East. Нет, North. 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 Я уверен, North. Мне туда. Пип-пип. Гип-гип. Ура. Гип-гип. Ура. Кстати, вот это один из воинов. Что тут у тебя? Запись спецназа. Это вот как раз-таки те самые спецназовцы, которые были в группе Альфа. То есть в группе этого. Хэнка. Да, забираем, значит, вот это дело. Хорошо. Короче, скажу сразу, вкратце. Если кто-то не видел там, допустим, да, вообще прохождения какого. Сейчас будет таймер. Сейчас все к хуям разрушается, потому что вирус, типа, лаборатория посчитала, что вирус выходит на свободу. И поэтому идет все к самоуничтожению. Но хрен с ним с лабораторией. Что с Шерри, ты скажешь, да? Что же, сука, с Шерри-то происходит? А я тебе скажу. Антивирус работал. Все благодаря вот этой мадаме в шляпе. Она принесла для Шерри спасение, разработанное ее матерью. И, собственно, это спасение сработало, и она теперь спаслась от Г-вируса. Я ж тебе не напоминал, да, то, что она заражена Г-вирусом. Значит, ты теперь знаешь, для чего все это делается. На самом деле, мне столько оружия всего не понадобится. Но мне в любом случае понадобятся две ячейки. Я, наверное, юзну вот эту перед файтом с боссом. И выкину, наверное, что-нибудь еще. Придется что-нибудь выкинуть, ребят. Придется чем-то пожертвовать. Здесь, кстати, еще хилка должна быть. Но ее, возможно... А, вон она стоит, да. Вот она стоит. Охереть, у меня, оказывается, столько припасов дополнительных, да? Просто прям вообще... Че тут? Ножик. Ну, ножик нам не нужен. Значит, нам еще предлагают здесь и сохраниться, и всякую такую херню провести, да? Но мы в итоге залетаем сюда. Ребята, это финальный финал. Финальный финал, который я так долго ждал. Этих ребят мы всех пробегаем. Просто раним, ребят. Они нас не схватят, если мы будем просто бежать вперед. И все. Начинается жесткая музыка, и мы начинаем свой путь. Сейчас нам вроде как встретится хуй. Или не встретится. Вроде нет. Да, проверим. Не встретится. А, сейчас же будут эти... Меняем, значит. Сейчас мы будем отстреливаться, ребят. Ну давай, сукин сын. Зря. Много потратил. Шериночка, давай быстрее, пожалуйста. У меня тут ебать проблемы. Зря два раза выстрел. Ладно, ничего страшного. Надеюсь, этот выстрел не повлияет больше ни на что. Молодец, блядь! А ты меня-то не закрывай. Да, ты прям, блядь, молодец. Для маленькой девочки дохуя сделала. На самом деле нет. Так, этот хуй вроде как сейчас упадет. Ты сегодня скипятишься, нет? Да, скипятился, пацан. На всякий случай берем... Не-не-не-не. Берем вот это. Так, нам, короче, говорят, что мы можем попробовать здесь. Ну, знаешь, что я думаю? Нам нужно сразу же юзать вот эту херню. И, бляха-муха,
Придется что-то выкинуть. А что выкидывать-то? Давай выбросим тебя, друг. Придется. А, погоди. Вроде здесь оно лежит. Да, оно здесь лежит как раз. Угу. Она спасает тебе жизнь. Я, кстати, не знаю. Может быть, мне от станции НЕС просто уже и этот-то не нужен. А, мне его нельзя выбросить, да, вообще? На самом деле, это в финале вообще реально. Вот такие вот херни таскать. Блять, такая хуйня, если честно. Берем миниганчик. Берем минигун и, значит, начинаем. Так, я привык в ту сторону бегать. Значит, начинаем раскручивать. Начинаем раскручивать, ребят. Главное бегать от этого босса. Он совершенно несложный. Просто главное от него бегать. Он сейчас прыгнет. Да, вроде как опасно. Но главное сохранять дистанцию. Не просто бежим. Просто, ребята, начинаем бежать. У меня еще 200 с хуем. Но не будем так выражаться, да? Грубовато. 259 патронов, уже меньше. Он начинает разбегаться. Если честно, я считаю, что за Леона, в компании Леон на харде, гораздо сложнее босс, нежели вот этот Пробирыч на своей финальной стадии. Как она там называется? Пятая стадия? Мы пытаемся скинуть этого хуя оттуда сверху. Он на нас прыгает. Сейчас он побежит. И в итоге нихуя не сделает. Он падает, благодаря нам. Давай, Пробирыч, сдавайся. У тебя нет ни шанса. А может быть, у него все-таки есть шанс. Наебываем его и бежим сюда. Нет, валим. Здесь лучше, ребята, отступить. Здесь лучше отступить. Значит так. Начинаем хуярить его. Все. Он в отчаянии. Значит, сейчас здесь стоим здесь, а потом бежим вот сюда. И все. И все, ребята. Все индивидуально просто. Я просто в надежде на то, что мне хватит патронов. Ты дурачок, что ли, нет?
Оп! Ну, разок-другой можно, почему бы и нет. Отыграться-то нам не, правильно? Как он долго, сука, убивается, а? Как он, сука, долго убивается, а между тем у меня патроны заканчиваются. Ох, молодец какой, блядь, а? Ох, какой ты молодец, сука. Финал, ребята. Просто финал. Capcom. CO. LTD. Казунори Кадуи. Яшинори Анпо. Гиз Фрай. Сатоши Такамацу. Тацу Хайе Самацу. Самаса Хасинаданде. Я это сделал. Это мне стоило 3 часа времени. Давай посмотрим. Посмотрим. Сколько мне это стоило. Эту херню пропускаем. Результаты. Клэр Редфилд. Режим. Хардкор. Общее время. 2:51:10. Сохранение. 2. Ранг. А. Алексей. Красавчик, ёпты. Просто альфа. Я бы даже сказал, альфа, ёпты. Альфа. Альфа. Альфа, щит. Нормально. Зарешал, как пацан. Затюлку, но как пацан. Что ж. Я надеюсь, ты это видео посмотришь. Во-первых, оно долго будет рендериться. Во-первых, мне это стоило личного времени. Во-вторых, значит, я очень сильно устал. Мне это стоило реально очень много времени. Очень много, значит, задротствования, да, в эту игру. 4-й попытки. Как ты знаешь, я поиграл 4 попытки. Это no death, но не no saves. То есть я сохранялся 2 раза. Один раз переиграл, но это из-за того, что я сам тупанул, извини меня, конечно. Это не чистый no death, но по сути я ни разу не сдох. Вот реально, я только переиграл, но я ни разу не сдох. Поэтому я думаю, это заслуженный run no death по Resident Evil 2 ремейк. Поэтому, если тебе понравилось, ставь лайк. Подпишись на канал, если ты не подписан, если ты первый раз. Меня зовут Алексей, с тобой был Крисмас. Всем удачи и всем пока. И не забывай что-нибудь скомментировать. Давай. Спасибо за внимание. При желании можешь оценить левый или правый видос. Адьос.